Традиционная фраза. Доброе утро, друзья. Да, Катя уже троллит меня. Спали мы сегодня на парковке рядом с отелем Жак. Вон моя черная машинка. Так, где она? Я нифига не вижу. А, вот она. И сейчас завтракаем. Берем с собой сырники, кофе. Катя берет. Что у тебя там? А, фреш. Сырники и фреш, да. Я взяла морковь и яблоко. Вообще, по-моему, морковь сливки добавляют, потому что морковь как-то... Не, с яблоком норм будет. С яблоком норм. Это 10-й этаж отеля «Жак». Мы с завистью смотрели из окна машины на это заведение, потому что номеров не было. Спать было не очень прикольно, потому что под утро такая жарюка началась. Сейчас 20 градусов уже, 10 утра или 11. Полдвенадцатого. Даже полдвенадцатого. Прикольный вид. На горизонте видно море. Надеюсь, видно, потому что очень светло. Экран не яркий. Город, конечно, не очень активный сейчас. В плане, видите, машин немного, потому что сегодня священный праздник, Руза-Байрам. И я думаю, сейчас все внимание приковано к мечети. По планам у нас сегодня барханы. Как они называются правильно? Сары-кум. Я всегда забываю, у меня записано. Одну секундочку. А, не, я правильно назвал. Бархан-Сары-кум. Это полчаса от Махачкалы, ехать недолго. И потом поедем на Сулакский каньон. Если время останется, еще куда-то заедем. Поэтому сегодня у нас обширная программа. На барханах я, кстати, не был ни разу. А, давай поставим, засядем. Прекрасно же. О, все видно. Если здесь не будет мест, будем искать отели в соседних городах. Либо вернемся в Грозный. В Дербенте, кстати, вчера тоже, если что, вдруг возникнут комментарии, что в Дербент не поехали, там тоже не было номеров. Да, если прям совсем туго будет, поедем в Грозный, оттуда опять сюда. Здесь, в принципе, ехать по трассе 2 часа, поэтому фигня. Я иногда 2 часа до работы еду, поэтому мне вот эти расстояния как бы пофигу. Вкусно? Первый раз мешала яблоко с морковкой, но вкусно. Просто не так кисло. И давайте еще отнимем 1230 рублей, которые мы сейчас потратили на завтрак. Плюс мы сейчас еще заедем на заправку. Это будет Астра. Топлива надо, кстати, много. Катюша, а ты не хочешь дверку закрыть? А то холод был. Это мы просто обсуждали. Удаленный запуск, он включит холод? Или что он делать будет? Ну да, мы пришли. Тут все холодненькое. Очень жарко в машине, если не врубать ее удаленно. Ну, у нас это семейное с тобой. Ну, бедные сырники, как им больно. Катя надела новые штаны. Прошло 10 минут, и морковный сок на них. У меня бывало такое. Через 5 минут после того, как я сел в машину в новых штанах, я их тоже засирал. Кофе и так далее. Это но кто давно смотрит канал, тот знает. У меня это все время проблема. Штаны за поездку. Серые джинсы. Ну, серые штаны. Да. Джинсы и вот эти сейчас. Ну, эти ладно, я отстирала, в принципе. Тут чуть-чуть осталось, но не сильно видно. Как бы... Главное, чтобы потом в машинке отстирался. Я надеюсь, отстирается. У меня осталось 2 черных штанов. Все. Будешь мои носить? А нет, трое у меня еще джинсы есть. Трое из черных. Хорошо, что я тебе сказал, бери больше, помнишь? Да. Ты такая, да ладно, ну, блин, мне хватит. Блин, все светлые закончились. Черные, блин, я не обсираю. А эти... Не расстраивайся. Просто, блин, если будет такая погода жаркая, я не хочу в черных ходить. Ну, я хожу. Я горю. Но они у тебя выцвевшие. Полусерые. И че? И че? Ну, не так жарко. Ну, вот такие они. Камера, кстати, естественно передает цвет. Они уже такие супер темно-синие, будто бы серые. Давайте сырнички покажем. Ну, они вкусные здесь. Соусовку нам надавали. Кошмар. А, такие малютки. Приятного. Ну, я сейчас буду заправляться, а потом уже есть. Что-то пока не хочу. У себя пока оставь, Катюш. Все, погнали. А где вилочки? Что, нету? Нет. А, у нас свои есть? Нет. Тоже закончились? Ладно, у нас есть ложка. Ну вот, ложками, если что. И соус удобно доставать будет. Ладно, все, едем на этот, на барханы. И будем смотреть, что там. Как тебе, Катюш, сырники? Норм? Или тут так себе? Прям творог. Нету муки практически, мне кажется. Один творог. Прикольно, вкусно. К бюджету еще минус 2853 рубля. Заправился я, ну, практически полный бак. Ну, что, расскажешь? Нет, ну, ты расскажешь. Андрей снимал еще с ресторана вверх крыши. Он, короче, тряпки. Что, улетели? Да. В общем, он на крыше положил тряпки, чтобы они высохли, и поехал, забыл их снять. Они улетели. Хотя я вроде медленно ехал. Ну, они мокрые, и, типа,
Блин, за 3 минуты не слетят. Видимо, они где-то на дороге слетели. Прокинула бы ухо кого-нибудь. Ну ладно, у меня еще есть, если что. Mm-hmm. Там дешманские тряпки, которые мама нарвала, это вафельные полотенчики. А вторая это была другая. Ну ничего страшного, она очень старая была. Ей уже там 1.5 года, наверное. Она, ее невозможно уже отстирать было. Как же он предательски медленно едет, а? И тебе привет. Дорога к Бархану немножечко такая трясущаяся. Потом имейте в виду. Нет, тут уже гладенькая. Там чуть раньше такая была. Прям стиральная доска. И, конечно, окна здесь лучше не открывать. Ну, мы на месте. Здесь, правда, написано, что за парковку штраф 1000 рублей. Но, сами видите, мы встали на травку. Ладно, пойдем туда и будем разбираться. Поезжайся тогда в ту сторону. Сейчас все обувь застрем. Здесь очень красиво. Смотри, какие растения зелененькие, такие свежие, молоденькие. Билеты стоят 300 рублей на двоих. Так, все. И мы вернулись в тачку, потому что встретили женщин, которые нам сказали: «Эх, ребята, наденьте что-нибудь, значит, замерзнете, а мы в одних майках». А Катя вообще в топике. Так что сейчас утеплимся и пойдем на Бархан. Ой, как раз мне удобнее будет таскать свой там кошель. Наверху просто это. Ветер очень сильный, сказали. Все. Так, ключ от тачки. И погнали. По мере подъема поднимается ветер, поэтому немножко прищуриваем глаза. И несколько интересных фактов. Это самая высокая одиночная песчаная гора Евразии. Ее площадь почти 12 квадратных километров. И еще интересный факт. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни». Сейчас вот дойдем до той части, сделаем несколько фоток и вниз. Катя очень сильно уши надувает, поэтому долго задерживаться здесь не будем. Ой, что-то в глаза надуло. У меня сразу сечет нос. Не холодно, мне даже жарко, я все помню, очень жарко. Но ветер прохладный, у меня сразу сечет нос и уши болят. Это мне нужна повязка на уши. А так классно, мне нравится. Ну что, тебя мама скоро свяжет. Такой примерно здесь ветер. Мне кажется, если я еще отпущу, она улетит. Ну что, фотки хорошие. Тут ничего не видно. Еще песок вылетает в глаза. Поэтому я думаю, будешь в машине смотреть. Давай еще видео селфи сделаем. По ногам уходишь, блин. Ты песок. Ты песок. Thank you.
невозможно камеру держать, ее просто сносит. А если тебе попробовать, это все в конце. Все очень красиво. Катя, конечно, молодец, взяла с собой очки, а я что-то оставил их в машине. Возможно, очень светло и летит песок в глаза. Поэтому тяжело и снимать, и фоточку жили, делать. Жили, вот жили же в пустыне, жили. Так, как они тут сидели? А мы сейчас такие нежные, тепло, все не то. Так у них платки намотаны были. Это спасало. Че, Кать, много песка налетело? Я-то предусмотрительно снял все. И даже носки не брал. Да, у нее есть такая тема. Не нравится ей вот это ощущение. Нет, ощущение, как я иду по песку, нормально. А вот потом не могу. Если, короче, погружу руку в песок, там нормально. Только я ее высуну и потрогаю, что рука сухая, мне плохо становится. Я в школе, когда мелом писала на доске, я потом ходила, мыла руки и кремом смазывала, потому что мне сухо слишком. Очень классные кроссы. Что, понравилось? Маленький кусочек. Ты очки свои будешь забирать? Буду. Камеру забирать. Сфотографируй, сфотографируй, сфотографируй. Это причем самка, а самец он с хвостом. Прямо на парковочке. Все как надо. Дядька еще такой вставал аккуратненько, чтобы не сбить. Сейчас еще в конце маршрута забежали в музей. Продают еще сувениры. Я совсем немножко поснимал. Вся основная часть у Кати в телеге будет. Поэтому залетайте и смотрите. Там много всяких насекомых, скорпионов в том числе. Все будет у нее. Ну, ссылка традиционно в описании. А мы поедем сейчас уже на Сулакский каньон. Интересно, в машине жарко? Чего? Колосится? Да. Да, но я не знаю, будет ли на видео. Глазами вижу, да. Ехать тут недалеко, я вам, в принципе, показывал по навигатору. Единственное, конечно, нет солнышка. Я об этом тоже писал в видосе. А так тут вода должна быть лазурного цвета.
Ребят, сегодня нет солнышка и в хорошую погоду. Здесь лазурного цвета вода. Я постараюсь найти какой-то кадрик или просто возьму кусочек из своего видоса и покажу. Ну ничего страшного, все равно красиво. Смотри, там арочка, сердечко. Это, наверное, свадебный. Сейчас у нас цель подняться наверх, посмотреть Сулакский каньон. Людей так много, туристов. Невероятно все это видеть. Мне почему-то казалось, что я чуть ли не первооткрыватель, когда я в Чечню, в Дагестан поехал. Вообще ни одного туриста за все время не встречал. Причем тоже было время такое весеннее, теплое. То есть не какая-то там глубокая осень или зима была. Просто везде останавливался, никого. Вот только местные иногда были. Но местных легко узнать. Борода там, 5-й регион.